Рак в декабре месяце. Как я уже говорил, Сатурн и Плутон дают напряженные аспекты для раков. В первой части мы об этом говорили. Что поможет? Помогут планета Венера в Скорпионе и планета Нептун в Рыбах. Венера – это красота, это любовь земная, это романтика. Нептун – это высшие духовные энергии, музыка, природа. Вот эти все сферы, они будут сглаживать напряжение у раков. Также хорошие возможности для путешествий, для образования. Все это будет в декабре. Луна очень гармонично для раков будет в следующие дни. 4, 5, 14, 15 декабря, 18, 19, 20, 27, 28 декабря.